Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала «С подоконника на грядку». С вами ваша Светлана. Друзья, в этом видео хотела бы вам рассказать, что можно посадить вот на такой вот на небольшой площади земли. Ну, вот про эту именно полосочку земли я уже снимала видео. Есть на канале видео про северный цветник. Здесь вот видите, сейчас брунера вовсю цветет. Но дейцы пока еще нет, конечно же, не проснулась. У нас еще не было ни одного дождика нормального. Так слегка моросил. Ну и вот по эту сторону брусчатки также есть кое-какие посадки. Сейчас я вам просто покажу. Расскажу, что посажено. Здесь вот с краешку белая сирень. Здесь их у меня получается 3 кустика. Прямо совсем к кирпичной стене близко посажены спиреи розовенькие. Такие вот тоже тут их штук 5, наверное, кустов. Вот они, еще не цветут. Ну, уже подросли в этом году, конечно. Также здесь высажен лилейник. Здесь лилейник обычный, не сортовой, но есть также 3 кустика. Он немножко отличается, конечно, по форме листьев. Это уже сортовой Франц Халс. Вот тут их 3 куста. Ну, потом, когда цвести будут, я вам покажу, конечно. Дальше идем. В общем, это все те растения, которые неплохо растут на ограниченном, так сказать, пространстве, где вот земли не так уж и много. Вот барбарис, пожалуйста. По-моему, это сорт Мария. Такой яркий, желтый. Такое ощущение, как будто осень пришла, да, на фоне вот таких вот зеленых спирей. Он смотрится очень так контрастно. Также есть контрастные, поглядите, спиреи. Тоже вот если 2 сорта взять, справа сорт, по-моему, Little Princess. Вот этот не помню, давно выписывала, вот он подрос. Сажала буквально вот такую вот маленькую веточку. И вот на данный момент сейчас это уже где-то метровый такой кустарничек. Здесь у меня так же, как и с левой стороны, тоже симметричная посадка. В общем, этих спирей 3. 3 спиреи, вот, пожалуйста. Край забора. Это вот, получается, в середке сидит. По краям спиреи растет турецкая ромашка. Розовые цветочки у нее. Вот она проснулась, хорошие кустики. 3-й год ромашки. Высаживала семенами. И как бы немного их так вот проклюнулось. Ну, вот эти вот очень хорошо, что растут, меня радует, конечно, цветут красиво. Айва вот японская, она такая стелющаяся, кустарничек такой раскидистый довольно-таки. Можно, конечно, приподнять немножко, сделать как, каким-то таким кустодержателем вертикально ее. Ну, мне так вот нравится вот эта вот размашистость. Вот, пожалуйста, цветы. Цветы, конечно, сейчас раскинуты по земле. Такие вот яркие, прямо реально японская. Заказывала 2 одинаковых сорта, но пришли 2 айвы с пересортом. И вот эта вот айва, она цветет розовым цветом. Но в этом году что-то решила, видимо, отдохнуть. Хотя, может быть, где-то потом цветочек и будет. Вот такая вот, в общем, посадка незамысловатая. Здесь еще также растут люпины самосевом. Вот они тоже будут в этом году цвести. Год от года всегда по-разному цветут. Иногда очень крупные цветы бывают, высокие. Иногда как бы не особо. В этом году не знаю, но вот стоит сушь опять. Когда влаги нету, все растения страдают. Сейчас самая такая пора. Ну вот, друзья, на этом все. Мой обзор завершен. Кому видео понравилось, ставьте лайки, добавляйтесь на канал, если мой контент вам интересен. Ну все, всем пока-пока, до новых встреч!